С рулеткой на свалку сотрудники «Зеленого патруля» работают вблизи поселка Красный Текстильщик. Среди мусора, пластиковых бутылок и пищевых отходов они вымеряют метры. Местные жители пожаловались, что свалка расположена слишком близко к домам. У нас где-то около порядка 600 подписей собрано жителей Красного Текстильщика, которые против данного полигона ТБО вблизи их поселка. Мусоровозы на полигон приезжают регулярно. Работает свалка законно. У хозяев есть все необходимые документы и лицензия. Но сотрудники «Зеленого патруля» сомневаются в соблюдении санитарных норм. С каждым метром и с каждым шагом мы удаляемся от свалки, идем по направлению к ближайшему поселку, это Красный Текстильщик. Расстояние от свалки до первого дома должно быть как минимум 500 метров. Насколько оно реально, посмотрим. Сейчас на данный момент 180 метров. Данные сразу фиксируют в блокнот, потом их занесут в протокол проверки и отправят в Роспотребнадзор. По словам «Зеленых», главное зафиксировать нарушение. Ровно 360 метров, плюс-минус, конечно, по погрешности будет уж. В любом случае, 500-метровая санитарная зона не соблюдена. Теперь владельцам свалки грозит не просто штраф. Если Роспотребнадзор признает нарушение, мусорку должны будут передвинуть, а землю рекультивировать. Только тогда жители поселка смогут вздохнуть спокойно. Павел Фитилев, Алексей Чудин, новости «Телеобъектив».